информации насчет Васудева, Махараджа и Деваки. И затем Акру рассказал: «Онанда Баба, я приехал для того, чтобы взять Кришну и Баладева в Матхуру». На что Нанда Махарадж очень опечалился, расстроился и начал горько плакать. Прежде всего, я хотела бы предложить мои низкие дандават пранамы моему духовному учителю, он Вишнупада Парамахансу Праджакабхаря Аштатара Шаташи Шримад Бхакти Шридхара Махараджу, Парам Гуру Даушила Нараяна Госвами Махараджу, всем вайшнавам вайшнаве. Вчера Гурудев рассказывал о истории, связанной с Нарада Реши. И о том, Нарада Реши, являясь Шри Гуру Шри Вясадева, он решил поведать свою личную историю, связанную с тем, как он пришел к Господу. Причем, когда он увидел состояние, в котором находится Ясадев, он решил успокоить его. Он, думая об этом, зная сердце своего ученика, он пришел в это место, где находился Шри Ясадев, и он сказал ему, что он должен описать прекрасные игры Господа и превозгласить его верховное положение, что он является верховной личностью Бога. Для того, чтобы вдохновить своего ученика,
Он дал ему наставления, связанные с историей его жизни. Он рассказал ему о своем собственном опыте, каким образом... Каким образом совершая садхана бхаджан достиг совершенства? Он... Он рассказывает о... об одной семье, которые являлись теми, кто поклонялся Шри Раму, Сите Деви, Лакшману, и все время слушали все время Харикатху, Рама Катху. Они убирали храм, готовили прасад, совершали киртану, слушали Харикатху и были постоянно заняты служением. И один риши, который пришел и увидел, что это царь и царица, которые совершали служение. И знаете, тот имеет много денег, он поместит Такурджи в храм и наймет кого-то, чтобы они совершили служение ему. Но когда он увидел, что царь и царица, они сами лично поклоняются Такурджи, он был удивлен. И риши спросил, а за что это причина? Каким образом вы стали такими величайшими и преданными, хотя мы являетесь царем и царицей? И они подумали, что мы не можем от него скрывать, а мы должны мы не можем ничего скрывать от саду. Почему? Потому что саду, почему этот святой пришел в нашу дому? Это в действительности милость Господа, поэтому у нас не должно быть никакого сомнения в нем. И тогда царица сказала: «О саду, мы хотели бы вам рассказать нашу историю. Пожалуйста, никому не рассказывай». И они начали рассказывать о их своих предыдущих жизнях, что они делали. И этот царь сказал: «В прошлой жизни я был бандитом, я грабил людей, убивал, был большим грешником». И так произошло, что родители и его родные, они отказались от него, выгнали из дома. И он... Одного из них звали Кали, а другого Сатья, ну вот этих как бы имена. Там получилось так, что его выгнали из дома, а с ней там тоже что-то произошло, и они встретились в лесу вот, со своей будущей. И они, ну каким образом они жили? Они убивали животных и употребляли их в пищу. И очень время быстро прошло, и уже они были не в состоянии себя обеспечить пищей. Они очень состарились. И они думали о том, что же нам делать, о Господь. У нас даже нет возможности найти какое-то пропитание здесь в лесу. И они находились недалеко от ашрама одного святого, который совершал баджан в этом месте. И очень много людей, которые находились там, много людей были в окружении. И они подумали, почему, что же это люди, почему их так много здесь, находясь в лесу, в ашраме, они пришли сюда. И до тех пор, пока... Почему? Потому что риши Вашишта, который жил в ашраме, он давал Рама Катху. И все собрались, и поэтому они все пришли в лес, и когда Рама Катха закончилась, они все начали принимать прасад. Они подумали, в любом случае в 9 дней, пока будет длиться Рама Катха, у нас будет прасад, потому что они голодали в то время.
Они приходили для того, чтобы лишь только принять пищу. И, ну и также одновременно с этим они слушали Харикатху. И что произошло через 9 дней? Произошел пожар в лесу, и все погибли. Когда они умирали, ну не все погибли, но с ними связано было. И Ямарадж пришел, сказал, чем ты занимался во всей жизни? Он сказал, что... Ямарадж пришел и начал суд учинять, и кто-то сказал ему, что это, может быть, секретарь или кто-то, это совершенно безбожники, которые занимаются греховной деятельностью всю свою жизнь. Ямарадж переспросил, а что там еще дальше записано? Он сказал, что да, перед тем, как оставить тело, они слушали в течение 9 дней Рама Катху. И тогда Ямарадж подумал, сказав, пожалуйста, освободи их от всех грехов. И пошли их на сварга локу. И поэтому далее они продолжили. О святой, который пришел в их храм, просто слушая Харикатху, приняв прасад, мы обрели такое положение на Сваргалоке, а потом мы переместились на Вайкунтху, и мы наслаждались всеми на Сваргалоке, потом на Брамалоке мы там наслаждались, а затем Брамаджи, он послал нас опять на землю, потому что наши сукрити закончились, и мы пришли в таком положении, как царь и царица. Таким образом, просто слушая Харикатху в течение 9 дней, они не то что слушали Харикатху, они просто приходили для того, чтобы принять прасад. Не то что они были заинтересованы в Харикатхе. Затем они с Брамалоки, на Брамалоке, находясь, затем они пришли опять в материальный мир. И это результат слушания Харикатхи и принятия Махапрасада. Таким образом, они... И в этой жизни они уже с самого рождения обрели большой трансцендентный вкус служения Шри Раме из-за своих прошлых впечатлений. И поэтому они использовали все свои чувства и занимались служением. Риши, когда услышал эту историю, он был настолько погружен в то, что насколько, с какой любовью они служили, так уже он мог это реализовать. Кто-то приходит просто просад принять. И что они обретают? Даже те, которые... И поэтому, когда царь и царица рассказали эту историю Риши, это является большой мотивацией для того, чтобы совершать истинный баджан. В то самое время Нараджа рассказал другую историю. Кому? Ведавьясу. Нараджа сказала, о, Ведавьяс, в моей прошлой жизни я был сыном служанки. Я был ее единственным сыном. И однажды в Чатурмасе, когда наступила Чатурмасе, пришли святые в нашу деревню, чтобы остаться на период сезона дождей в деревне. И моя мама, она приходила, служила им. В то время я был... Я был очень чистосердечным в то время, очень простым маленьким мальчиком. И когда я пришел в общение со святым, у меня появилось большое желание слушать Харикатху. И когда святые увидели эти качества, они начали даровать мне общение и давать служение. О, Нараджи, ты принеси воды и многое другое. И таким образом он начал служить этим святым. И однажды Нараджи, когда слушая Харикатху, он услышал важность вайшнава учиштха, что означает остатки прасада, которые оставляют вайшнавы. И
И когда он услышал об этом, у него появилось желание попробовать остатки прашада этих святых. Он попросил разрешения, и они разрешили ему. И он далее сказал, обращаясь к Шивасадеву: «С первого момента, как только я принял остатки их Махапрасада, в моем сердце проявились ручи». То есть, начиная со Шрадхи Саду Санга, Бажина Крия, Анартха Невритти, Ништха, он как бы минул все эти стадии развития бхакти и достиг сразу же уровня ручи. Затем Нараториша сказал, если вы хотите, сказал о том, что если вы хотите действительно обрести бхакти и служить вайшнавам, это очень важно. Важно, он подчеркнул важность принятия их Махапрасада. Далее, я хотел бы далее еще добавить к тому, что уже сказал. Однажды, когда Шонакариши спросил 6 вопросов Сута Госвами, 6 вопросов, в чем они состояли? Какой самый легкий, доступный путь служения Господу в Кали-югу? Каким образом, что является... конечной целью, какое решение в Кали-юге для того, чтобы достигнуть Господа, и как бы вот в этом объясняет в шлоке в 6 вопросов, которые спросил Шонакариши Сута Госвами. Здесь вот Яям Прабраджантам Анупетам Апетакритям, в этой шлоке, которая посвящается духовному учителю Шивасадеву, Шукадев, ты находишься в сердцах всех живых существ. Почему Шри Рупа Госвами он обратился с такими словами к Шри Шукадеву Госвами? И поэтому далее. Почему? Потому что первый вопрос заключался в том, каким же образом атма может быть удовлетворена. И поэтому, пожалуйста, Шукадев Госвами, пожалуйста, войди в мое сердце. Это Сута Госвами обратился к своему Гурудеву. Пожалуйста, войди в мое сердце, прояви в своем сердце, ответь на все эти вопросы. Пожалуйста, приди ко мне в мое сердце и объясни таким образом. И он предлагает свои пранамы вот это, в этой шлоке Ям Прабраджанта Манупета Петакритиям. Поэтому кто достигает эти знания и все остальное, что касается духовной практики, он бы должен быть чистосердечным, искренним и также иметь качество севамукхи, желание служить. И поэтому тот, кто, служивший Гуру Вайшнава, одновременно с этим мы достигаем лотосных стоп Господа. Я не знаю, не жалуется. Нет, я вчера слушала нормально. Я включила через телефон трансляцию себе больше не надо. Поближе Гурудева. Надо купить длинный микрофон, будет у нас будет такой. Ну да, где он появится? А я не знаю, это же не мой, не мой, не моя ответственность. Krishna Hare Hare.
Давайте трансмиссию уберем. Я не понимаю, я не знаю, нас слышать. Ты слышишь риски? Все, все. Что ты думаешь? Тут никого нету, а я так слышу. Самый легкий путь достижения бхакти вайшнаваса. Нет, звук. Если вы слушаете Лоса Сапама, я хочу принести извинения за то, что не было звука некоторое время. Поэтому тот, кто, когда духовный учитель доволен, когда вайшнавы довольны вашим служением, тогда и Господь, Он также очень доволен. Техническая неполадка. Исчез звук того, кто переводит. Сейчас мы все это уладим и продолжится харикатха. Тоже не работает. Да, нужно переключить.
Харе Кришна. Шри Вишнава Хачакравати Такур говорит, почему о том, что Вишнава Сева и также остатки пищи Вишнава и пыль, их лотосный стоп, с помощью которого очень легко можно достичь Господа, но очень трудно. Например, как далее Шри Вишнава Такур говорит, что милость Вайшнава, она настолько могущественна, и без этого милости мы не можем совершать садхана баджан успешно. Преданные молятся Господу: «О Господь, пожалуйста, пожалуйста, не дай нам возможность погибнуть в мае. Ты являешься патитапавана, ты являешься спасителем падших душ». И далее в этой шлоке далее объясняется: «О, ты патитапаван, ты являешься спасителем падших душ, а я самый-самый падший. И ты освобождаешь падшие души, но какая же разница между нами? Я уже готов просто умереть в этой мае, а ты дал обет, что ты спасешь меня от мае». И поэтому имеется как бы большой спор, как например, кажется, что ты просто не выполняешь своего обещания, и поэтому я тону в этой мае. Преданные далее, обращаясь к Господу, говорит: «О, ты настолько милостлив. Если кто-то имеет чистое сердце и принимает прибежище лотосных стоп гуру и вайшнава, он очень легко может освободиться от клещей майи, независимым образом совершая садхана баджан. Мы не сможем прогрессировать в духовной жизни». Далее Шри Вишнава Хачакравати Такур поясняет. Нараджи, далее продолжая обращаться к Шиве Ясадеву, сказал, что по милости вайшнавов я смог обрести квалификацию совершать баджан. Я уже достиг уровня ручи, просто лишь попробовал остатки пищи этих чистых преданных. В этот момент мое сердце совершенно изменилось. Я сам почувствовал, насколько все изменилось. Я в этот момент стал чувствовать вот это тонкое свое тело. И я оставил это грубое тело, и понял, как и также это тонкое тело, я действительно реализовал, что они очень отличаются от души, и что душа, она является трансцендентной, и она совершенно отличается от тонкого и грубого тела. Следуя наставлениям вайшнавам, и когда они очень довольны вашим служением, Нарада Риши далее продолжил: «Потому что у меня в сердце не было никакого двуличия, я просто следовал им приказаниям напрямую. Они были очень довольны моим служением. И что они мне даровали? Они э, э,
что означает самое сокровенное. Они даровали мне самое сокровенное. Шри Кришна обращается к Арджуне. О, Арджуна, с тех пор, когда ты стал моим дорогим другом, моим чистым преданным, ты очень близок мне. И все, что я говорил прежде, Гьяну, эти знания, они были более сокровенные и более сокровенные. А сейчас я хотел бы раскрыть тебе самые сокровенные знания. То я хочу тебе открыть их сейчас. И он произнес эту шлоку, которая является самой сокровенной шлокой Бхагавад-гиты. Сосредоточь свой ум на мне, стань моим чистым преданным, предлагай мне пранамы и так далее. И Тараджи Риджи, он также сказал, служение вайшнавам совершенно чистым сердцем, без всякого лицемерия и двуличия. И когда они увидели мое сердце, их сердца начали таять, и они были очень довольны моим служением, они даровали мне самое сокровенное знание. Прежде чем уйти из деревни, они даровали мне сокровенное знание. По какой причине? Они видели мое настроение служения сердца и также мое простодушное, искреннее сердце, в котором не было совершенно двуличия и лицемерия. Мы уже слушали о том, как Сута Госвами, когда Шанака Риши спросил его, он обратился к своему Гурудеву. «О, мой Гурудев, то, что ты мне даровал, те сокровенные знания, пожалуйста, помоги мне проявить их перед этими чистыми преданными. Тот, кто квалифицированный ученик, духовный учитель, он проявляет свои сокровенные знания, которыми он обладает, он их дарует в сердце такого истинного ученика». Далее, как мы слушали вчера, как Нараджи, он хотел пойти вместе со святыми, но мать его была так привязана к нему, она хотела, рассказывал Нарада Риши, постоянно держать у меня на коленях, и она не хотела, чтобы я уходил, чтобы я общался с этим, со святыми. Почему? Потому что в этом материальном мире привязанность является тем, что связывает нас в этом круговороте рождения и смерти. Моя мама, она постоянно хотела держать меня у себя на коленях, и она говорила мне ласковые слова и выражала большую любовь ко мне. Как Бхарат Махарадж, когда он пришел в форме оленя, то есть когда он ушел в лес, он привязался к олененку, и таким образом из-за своей привязанности он потерял то, что он имел. Во время месяца Картики, когда во время парикрамы, глядя на какого-то мальчика, который так участвовал в парикраме, все хорошо, с большой любовью относились к нему. Кто-то давал ему сладости, печенье, шоколадное. И этот мальчик, я вначале не разобрала это. Когда месяц прошел, и все преданные уже должны были покинуть Картику, этот мальчик, он тоже начал плакать, и он не хотел покидать общение с вайшнавами. И когда мой Гурудев, рассказывая Харикатху, этот маленький мальчик, который явился, и Гурудев обратился в Бенгалии в то время, то есть было очень, очень популярно тому, что
как в Брамачаре они любят, обращаются матаджи к женщинам как бы к матери, точно так же. Как-то Гурудев, он обратился к одному из преданному и сказал, что ты пришел в эту жизнь для того, чтобы совершать садхана баджан, но почему ты постоянно занимаешь себя этими бесполезными вещами? Он далее предупредил нас, будьте очень осторожны. Если вы все уже оставили, пришли в храм совершать баджан, пожалуйста, не надо никакие семейные отношения развивать, как кто-то ваш отец становится, кто-то вашей матерью, вы знаете, это Майя, она предпринимает эти попытки, чтобы снова вас вовлечь в этот круговорот материального существования. Как часто Бхакмачари, обращаясь к кому-то матаджи, ну как бы развивает родительские как бы якобы отношения с ними. Гурудев, он предупреждал нас, предупреждал и говорил, вы пришли, чтобы совершать баджан, поэтому не надо вовлекаться и находиться под влиянием этих обманчивых любовных отношений, которые вы стараетесь, даже находясь в храме, развивать. Нараджи также он рассказывал о своей садхане, о том, как его мама с большой любовью относилась к нему, и она хотела все время быть со мною, но я пытался отстраниться, оставить ее, потому что я хотел... Потому что в моем сердце была только лишь любовь и привязанность к стопам этих вайшнавам. И когда святые, они покинули нашу деревню, Нарадариши рассказывает, они дали мне мантру. Они даровали мне мантру «Ом Намо Бхагавате Васудеве». И он сказал, ты должен продолжать постоянно повторять эту мантру. И после некоторого времени, что произошло, моя мама? Это было вечером, и она пошла доить корову. И в это время ядовитая змея, когда она шла, она не заметила эту змею, она наступила на нее, и в ответ эта змея укусила ее, и через некоторое время она погибла от этого укуса. И Нарадариши, узнав об этом, он подумал, о, это милость Господа. Почему? Потому что моя мама была лишь только единственной связью, которая связывала меня с этим материальным миром. Она препятствовала мне совершать баджан. И только из-за мамы я не мог отправиться в лес. А сейчас, когда уже не было никаких препятствий, очень легко я решил отправиться совершать баджан. Нарадариши, он сказал, я даже обрадовал. В какое же учение содержится в этом? Сам Господь говорит, тот, кто полностью принимает приют моих лотосных стоп, я сам разрушаю все его привязанности. И действительности, чего мы желаем, если мы хотим совершать садхана баджан, но если какие-то проблемы в нашей семье, что-то происходит в этот момент, мы совершенно оставляем нашу садхана баджан и занимаемся этими проблемами. Почему мы не оставляем, очень легко из-за какой-то маленькой проблемы преданный может оставить повторение святых имен Господа. Если что-то происходит в его жизни, мой Гурудев часто говорил, почему ты не оставляешь принятие пищи, почему ты не оставляешь сон, почему же ты оставляешь мало? Как Шривас Пандита, был единственный, был сын, который умер в то время, когда происходил киртан Шривасангане.
И тогда Шивас Пандит, он сказал всем, чтобы они ничего не говорили о том, что случилось. Он вернулся и начал совершать киртан еще более энтузиастично. Но читание Махапрабху, он артаньями, он знает все, что происходит. И он обратился к Шивасу Пандиту. Он сказал, что произошло в твоем доме. Шривас Пандит сказал: «О, ты, читание Махапрабху, ты являешься резервуаром всего благоприятного. Если ты находишься в моей семье, что же может произойти плохого?» Но кто-то, читание Махапрабху, сказал, что у Шриваса Пандита умер сын. И в течение киртана, и он подумал, читание Махапрабху сказал, что даже несмотря на то, что его сын покинул этот мир, как же я могу оставить такого чистого преданного, который полностью предан мне? И читание Махапрабху, когда он решил пойти принять саньяс, Он чувствовал, что как тяжело ему, что ему очень тяжело ставить это общение со своими чистыми преданными. И перед тем, как и там произошла такая небольшая заминка, пошел очень сильный. Как читание Махапрабху, он говорит, если я вижу это в преданности сердца кого-то, я помогаю ему развязаться с майей и преодолеть все препятствия на пути преданного служения. Знаете, когда дерево осыпаются все листья к осени, и дерево становится совершенно без листьев, тогда птицы покидают это дерево. До тех пор, пока у вас в материальном мире есть деньги, все спрашивают, как дела? Но когда у вас нет денег, вас могут спросить, кто ты такой? Почему? Потому что все в материальном мире, все, кто видит, что от вас можно иметь выгоду и получить что-то благоприятное, они будут общаться с вами. Это касается этих отношений в материальном мире. Кришна, он обращается, почему я забираю все у своих преданных, они приходят совершать баджан, и я знаю, если у них что-то, если что-то остались, какие-то привязанности, если у них какие-то есть трудности, препятствия, и это будет большим препятствием совершения садхана баджана, поэтому я все разрушаю. И тогда очень легко они могут оставить привязанности к семье и все, что сдерживает, и для того, чтобы совершать баджан. Точно так же, как какая-то личность что-то хочет бизнес, он пытается как-то править свои дела, но у него ничего не получается. Он второй раз, он опять начинает то же самое предприятие, у него ничего не получается, потому что Кришна, он находится в центре всего, и он знает, что лучше для его чистого преданного. Вы знаете, как Шишимад Бхактивиданта Свами Махарадж, Шрила Прабхупад, неприятности, связанные с бизнесом, который он потерял. Он пытался 4 раза возобновить, но ничего не получалось. И в конце концов он пришел в Мадхуру, и затем, вы знаете, как это Господь, он даровал ему такое трудное задание для того, чтобы он смог проявить свою миссию в этом материальном мире и проповедовать сознание Кришны во всем мире. Это учение, которое скрыто в жизни Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа, наглядно показывает нам то, что Кришна, тот, кого он в действительности любит, он забирает у него все, что он имеет. Точно так же и в отношении Нарада Риши, то, что являлось тем, что связывало его и не давало возможность служению Господу, все это по милости Господа было разрушено, и тогда Нарада Риши, он совершенно спокойно мог отправиться в лес и совершать баджан.
И святые дали, он сказал, дали мне мантру, я продолжал воспевать ее. Вы знаете, в Джайадхарме имеется очень много ответов и вопросов между Враджанат и Виджай Кумаром, которые они задавали своему учителю Бабаджи Махараджу. Чирагунадас Бабаджи Махараджу. И далее, если те, кто совершает баджан, если вы хотите, чтобы найти ответ на все вопросы, вы постепенно совершая баджан, вы сами сможете ответить на все эти вопросы. Что является самым возвышенным принципом совершения бхакти? Это воспевание святого имени, с помощью которого Видья Гьяна осветит ваше сердце, вы сами сможете ответить на все вопросы. Как Анушила нам, это усилия, которые вы должны прикладывать в совершении садана, в воспевании святого имени, в любое время, чем бы вы ни занимались, вы в каждое мгновение не должны терять попусту, даже когда вы принимаете просад, даже когда вы спите, даже чем бы вы ни занимались, старайтесь занять свой ум воспеванием святого имени. И тогда все вопросы, вы сами ответите на все вопросы с помощью своего личного духовного опыта, когда вы обретете духовную реализацию сердца. На примере Расоголы. Вы знаете, тот, кто никогда не попробовал Расоголу, он может рассказать о ее внешних особенностях, но не сможет по-настоящему выразить внутреннее содержание Расоголы. Поэтому Шри Нарада Риши сказал, когда я начал повторять мантру, постоянно я повторяла мантру, которую дали мне святые, и тогда постепенно вся Дивья Гьяна, она проявилась в моем сердце, как Шри Шримад Бхактивиданта с вами Махарадж, он сказал, что от этого совершения баджана у меня было много вопросов, на которые я не мог ответить, и спрашивал других, и никто не мог ответить на эти вопросы и удовлетворить мое сердце. Но после, когда я начал воспевать святые имена и заниматься серьезно духовной практикой, я постепенно ответил сам на все свои вопросы, которые мучили меня прежде. Точно так же Харинам, он является Анушиланам, это то, что является самым важным в практике преданного служения. Воспевание святого имени Господа, совершая Анушиланам Кришне, является самым высочайшим. Вы должны совершать гуну, киртан Господу, и также повторять святые имена, совершая киртан Господу, все самые неблагоприятные страдания, несчастья исчезнут в жизни такого преданного. Только харикатха и мантра, святые имена в настроении служения. Шри Вьясадев далее обратился к Шри Нарада Риши, когда святые ушли, дали мантру. Чем ты занимался дальше? Шрила Вишнава Чакраварти так в комментарии объясняет. Гурудев дает мантру, а после, когда вы получаете ее, каким образом вы можете прогрессировать в бхакти, каким наставлением вы должны следовать, чтобы обрести Бхагават Бхакти, какую садхана баджан вы должны совершать. И поэтому Шри Вьясадев обратился к Шри Нарада Риши. Пожалуйста, объясни мне. Шри Нарада Риши ответил, когда моя мама оставила тело, я пошел в северном направлении. Гаудия Вайшнавы
объясняют, что на пути бхакти очень много приходит привлекательного под влиянием майи, очень много привлекательного, которое пытается устранить нас от этого пути преданности, от пути преданности. Читание Чаритамриты Кришнадаса Раджа Госвами, он объясняет в этой шлоке, лишь только удачливая душа, она обретает в общении саду, это бхакти лата бич, семя бхакти. И когда семя попадает в сердце, что происходит? Происходит, его нужно поливать, его нужно удобрять, его нужно заботиться о нем, а иначе бешеный слон, он может ворваться в этот сад и полностью растоптать это семя бхакти, этот росточек бхакти. И поэтому, а что такое является этим бешеным слоном? Это аппарат оскорбления. В особенности пратиштха. Когда Шинарада Риши, он пошел в северном направлении, какой-то очень великий бизнесмен со своей женой увидел его и сказал: «Куда ты идешь? Мы очень богаты, но у нас нет детей. И, пожалуйста, ты можешь обращаться к нам, к своим родителям, и можешь стать нашим собственным сыном, и мы отдадим тебе все, что у нас есть в наследство, и ты будешь нашим наследником нашего богатства». И он, Шинарда Риши, ответил: «Я не могу быть вашим сыном, и не могу сидеть у вас на коленях, я могу лишь только сидеть на коленях, находиться на коленях у лотосных стоп моего Господа». Они предложили ему воду из золотого кувшина, и далее И они предложили ей, он далее пошел, и там тоже была история, связанная с тем, что его хотели даже сделать принцем какого-то царства, и дали ему золотой кувшин, и сказали: «Выпей воды», но он не стал пить воду, слон пришел и выпил, и когда они все стали приглашать его, он сказал: «Нет, я даже не прикоснулся к этой воде», и затем он далее пошел, оставил это место, он пришел на пруд, где росли лотосы, и аромат он разносился повсюду, и шмели они кружились, и ветерочек был очень прохладный. Я выпил воды из этого озера, и там находилось пиполо, это дерево, и я начал воспевать святые имена, которые даровали мне святые. И воспевая эту мантру, что далее произошло в моей жизни? Воспевая эту мантру в моем уме, мой ум совершенно сосредоточился на мантре, и я совершенно погрузился в медитацию на мантру, и я совершенно забыл о всех материальных удовольствиях этого мира. Майшила Гурудев также говорил, ту мантру, которую дает гуру, она необычная, и поэтому тот, кто воспевает ее правильным образом, как мы видели в Матхуре, как Шрила Махарадж, Нараяна Госвами Махарадж, который он сидел на собственной асане, и он совершил ачману перед тем, как воспевать святое имя. И как он накладывал тилок, но он накладывал тилок не только на лоб, он накладывал ее во все места, как вот мы, например, тилок поставили на лбу, и все, нет. И он произносил, каждый раз он произносил, когда он ставил тилок, он произносил имя Господа. И в форме тилока Господь, он приходит, и Он приходит и защищает нас. Он находится рядом с нами. Те, кто повторяет мантру, не наложив 12 местах тилок, то, что он повторяет в этот момент мантру, она более могущественна. Почему? Потому что сам Господь помогает.
и все самое благоприятное приходит в жизнь этого преданного. Почему? Потому что в этот момент ваше тело становится храмом Господа. И также эти три принципа, с помощью которого может развиться бхакти. А кто имеет, кто совершает бхакти высшим образом? Это враджа-гопи. И когда, воспевая в таком настроении, наложив тело к правильным образом, сев на асану и полностью сосредоточив свой ум на мантре, мы повторяем дикша-мантры. Также и нарада-риши. Таким образом, контролируя свой ум и все чувства, мантра настолько могущественна. Что такое мантра? Хари Кришна Махамантра и Дикша Мантры, которые мы получаем. Но почему? Мы также медитируем на Гопала Мантру, Гуру Мантру, Гуру Гаятри, Гора Мантра, Гора Гаятри, Гопала Мантра, Гаятри и так далее, они ничем не отличны. Гаятри также, они не отличны от тех, кому они посвящены. И медитируя на эти мантры, мы постепенно освобождаемся от всех внешних отождествлений, постепенно, с большой верой воспевая святое имя, мантра, она сама проявится в нашем сердце. Часто бывает, что ученик, обретая дикша-мантры, которые с любовью духовный учитель дает, но он неправильным образом повторяет иногда. Он повторяет один, иногда два раза, и неправильным образом. Иногда он повторяет ее несколько дней. Но это совершенно неправильно. Такое повторение не принесет никакой пользы. Духовный учитель, мой Гурудев, часто говорил, что значение мантры, оно само проявится в сердце, когда искренне, с большой любовью, следуя наставлениям духовного учителя, вы будете повторять мантру. Но многие ученики не следуют этим правилам. Поэтому, когда вы сидите, повторяете мантру, вы должны знать очень хорошо значение мантры сваха или прачодаят, что это означает. И таким образом вы молитесь сваха, полное предание, прачодаят, о, я молюсь, чтобы эта мантра, она проявилась в моем сердце. И Нарада Риши далее продолжает объяснять Шивьясадеву ту мантру, которую я получил. И если ты желаешь, чтобы Господь проявился в твоем сердце, каким образом нужно совершать садхану на баджан. Гурудев, он дает опыт, духовный опыт, как это возможно. Точно так же Нарада Риши, он делится с Шивьясадева. Он говорит, что нужно быть однонацеленным, когда повторяешь святое имя. Тогда очень быстро ты сможешь обрести даршан самого Господа в своем сердце. Тот, кто повторяет мантру, маха-мантру и также дикша-мантры, имеются особые правила, которые вы должны придерживаться. И также правила, вы должны сидеть на асане, в правильном положении, и сосредоточить свой ум, воспевать Хари Кришна маха-мантру. И поэтому Пуджапад Шридхар Махарадж вспоминает о том, как Шрила Нараяна Госвами Махарадж, находясь в Мадхуре, как он воспевал святые имена, сидя в положении лотоса в уединенном месте из глубины своего сердца, он, обращаясь, Хари, что означает Хари? Это Хара, но когда мы обращаемся, это звучит как Харе. К кому же мы адресуем это слово Харе? На хинди грамматически
Если вы кому-то обращаетесь, меняется окончание. То есть если вы кого-то приглашаете, то есть это означает, что вы обращаетесь. Харе, вы как бы обращайтесь, Хей Раде, Хей Кришна, пожалуйста, даруйте мне служение. Я пришел в этот материальный мир, и я нахожусь в океане этого материального существования. Пожалуйста, даруйте мне милость, освободите меня от этого страдания. И также имеется обычный сокровенный смысл святого имени. Но в настроении молитвы обычный садак, он должен молиться из глубины души, совершенно искренне, повторяя святые имена. И тогда постепенно, когда сердце очистится, тогда сокровенное значение Махамантры проявится в сердце. Но для садак, таких как мы должны молиться о служении Господа. О Раде, о Кришна, пожалуйста, даруйте мне прибежище своих лотосных стоп. Таким образом, вы знаете, совершая садхана-бхаджана, почему в материальном мире происходит так, что преданные уходят с пути преданности? В чем заключается недостаток в мантре или вас? Вас заключается вина, потому что вы это не делаете правильным образом, и поэтому вы не можете ощутить результат. Если вы будете плакать со слезами на глазах и из глубины своего сердца будете воспевать святые имена, тогда очень быстро вы обретете духовную реализацию. И даже когда вы хотя немного обретете духовную реализацию, вы станете очень сильными. И тогда придет трансцендентный вкус, и вы уже никогда не покинете Харинама. То, что как Гурудев, он дает наставление, как мы должны воспевать святые имена. До тех пор, и когда вы обретете реализацию, тогда уже никогда не ставите Харинам. Это не то, что какой-то недостаток святого имени, это недостаток находится в нас. И поэтому мы не можем обрести духовную реализацию из-за того, что мы неправильным образом служим Харинам. Нарада Риши, он очень искренне воспевал святую мантру, которую он получил, обращаясь к Господу. Иногда Нарада Риши объяснял, иногда я чувствовал аромат от лотосных стоп Господа, и также чувствовал аромат сандаловой пасты, которая украшена стопой Господа. Иногда я слышал мелодичный голос, иногда я слышал эти ножные колокольчики. Так, вы знаете, Шрила Вишнава Качактавати Такура описывает как Мадхури Кадамбини о том, как преданный начинает реализовывать присутствие Господа, которое дарует ему свой даршин через прикосновение, через аромат, который он начинает ощущать. И очень многое происходит. Эти симптомы, которые указывают на то, что преданный достиг уровня Бхавы. И поэтому Шрила Риши далее продолжил. Постепенно Господь стал проявляться в моем сердце, и слезы текли из моих глаз беспрерывными потоками. Сердце мое плавилось, и я продолжал. Я находился в таком состоянии счастья, экстатического восторга, и я не мог сдержать эти слезы любви к Господу, которые текли постоянно из моих глаз, когда я воспевала мантру, которую дали мне святые. Господь, Он уже был готов даровать мне божественный даршан, и в конце концов это было уже происходить, и я на какое-то мгновение видел Его прекрасный даршан, но затем Он исчезал, это видение исчезало, и я опять погружался в экстатическое состояние повторения мантры. Например, если вы обретаете сокровище, и вдруг на какое-то мгновение вы теряете его. И также имеется пример. Например, в очень летний сезон, такой как июнь-июль,
И вот когда приходит полдень, и вы находитесь на улице, очень жарко, и вы очень жаждете, и вы хотите выпить, и приходите в храм, где и вам дают стакан сока, очень вкусного и очень ароматного, и вы уже готовы его принять, и кто-то берет этот стакан у вас из рук. И в этот момент, когда вы уже готовы были почувствовать прохладу этого сока, испытывая необыкновенную жажду, в этот момент вы теряете эту возможность. В этот момент, когда вы уже готовы выпить этот прохладный напиток, вы теряете эту возможность. Такая же Нарада Риши, он находился в такой же ситуации. То, что он испытывал в своем сердце, это совершенно невозможно было выразить словами. Он уже почти был готов обрести даршан Господа, но в этот момент все исчезало, и он опять терял эту возможность. И снова возвращаясь к этому, он пытался опять приблизиться, но он никак не мог. И в конце концов он обрел этот даршан. И Господь, когда он даровал даршан мне однажды, Нарада Риши сказал, он обратился ко мне: «Я пришел к тебе перед твоим взором для того, чтобы вдохновить тебя. Но у тебя есть кашая в сердце, это то, что не достает тебе в этой жизни. Для того, чтобы иметь, потому что на уровне кашая какого-то еще очень маленького осквернения сердца». И тогда Господь, он сказал, это является недостатком, поэтому я не могу даровать тебе полностью даршан. Я даю тебе лишь слегка свой даршан на одно мгновение, чтобы увеличить твое вдохновение и твое настойчивое желание продолжать служение. Не беспокойся далее, Господь сказал ему. То настойчивое желание Нарада Риши, которое увеличивалось с каждым разом. И далее Нарада Риши сказал, что я уже полностью оставил все смущение. Я очень громко из глубины своего сердца начал воспевать молитву, и в конце концов я обрел сваруп ситхи. Что такое сваруп ситхи? Каждая джива имеет трансцендентную форму в различных расах, в Дасе, Сакхе, Ватсале и Мадуре расе. И совершая садхану, в действительности, сварупа, внутренняя форма, она начинает проявляться в сердце. Это не то, что это воображаемое, что я гопи, что я сейчас служу Радхе и Кришне, что я нахожусь в родительских отношениях и так далее. Вы до того момента, пока сварупа не проявится в сердце, вы не сможете реализовать свое духовное положение. Как, например, сахаджи, они искусственно пытаются имитировать свои отношения в какой-то из рас, в матуре рас и так далее. Они наряжаются искусственно, совершенно это происходит. Но это не является истинным процессом постижения сварупы. Шишимад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорит, что, например, если вы возьмете недозревший джатфрут, до тех пор, пока он не созреет, вы не можете его принять в пищу, попробовать его в сыром виде. Его можно сварить, конечно, но в сыром виде вы не можете попробовать зеленый джатфрут. Но когда он созревает, автоматически, поэтому что такое означает сахаджия? Вы не должны заниматься этим и находиться под влиянием сахаджии. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в незрелом состоянии вы не в состоянии реализовать свою внутреннюю сварупу.
И поэтому насильным образом вы не сможете сделать так, чтобы этот джатфрут созрел раньше времени. Из-за того, что в сердце Дживи имеется очень много нардхапарата и много нежелательного, она насильно пытается в воображаемом смысле этого слова развить свои отношения с Господом в различных расах, в Дасе, Сакава, Цале и Мадоре. До тех пор, пока вы не достигнете Асакта Вастасакти, в этот момент вы в спурте, вы увидите свою сварупу. И постепенно медитируя на сварупу, вы реализуете свое положение. И в конце концов, когда ваша медитация достигнет совершенства, и вы полностью реализуете свою сварупу, сварупу Господа и многое другое, только тогда вы будете квалифицированы. До тех пор, пока вы не обрели реализацию своей сварупы естественным образом, вы не можете форсировать это. Поэтому, если у вас даже нет истинной шрадхи, что можно говорить об асакте, о очень высочайшем уровне бхакти, когда происходит реализация сварупы? Если вы связаны, если даже что-то маленькое произойдет в вашей жизни, вы можете очень легко покинуть путь преданности и вовлечься в материальную деятельность. У вас даже нет, у многих даже нет даже признаков шрадхи, и многие, как сахаджи, считают: «О, я манджри, я гопи» и так далее. Это совершенно неверно. И это совершенно неправильная философия, это совершенно сахаджия. Шрила Рагунатха Дас Госвами в Манашикше объясняют первые шлоки, с чего начинается с гуру Гошта Гашталаешу. Начинается вот с этого, и также у Падашамрити Шрупа Госвами первые шлоки, он также говорит о том, как вы должны вначале победить побуждение шести побуждений вашего тела, как вы должны контролировать свои чувства. И как вы должны все оставить, отречься от того, что неблагоприятно для развития бхакти, принять то, что для развития бхакти, обрести шаранагати. Только тогда вы сможете войти в обитель бхакти. Поэтому, находясь в начальном классе, кто-то пытается изучать предметы, которые даются в университете. Это совершенно невозможно для восприятия того, кто находится на начальном классе. И поэтому в первой шлоке, также читание Махапрабху, он говорит, дает ситха-пранали, тринатапи сачинатару, раписа хишнона, будьте терпеливее дерева, смирение травинки. И когда вы будете следовать всему этому совершенно безукоризненно, правильным образом, только тогда вы сможете обрести сварупа ситхи. И, например, когда гром в небе, а например, гром, который гремит в небе, это всего лишь очень это маленькое время происходит. Так точно так же наша жизнь по сравнению со Вселенной, она очень маленькая, очень короткая. И если конечная цель, которой жизни нашей является достижение конечной цели, она в действительности это настолько редкий шанс, о чем говорит Шинарада Риши, он далее продолжает обращаться к Шиве Садеву. О том, как происходит творение, и когда следующее я явился из... Я принял рождение, и с самого детства я был совершенно брамачарием и принял приют Гирираджа Гавардхана. И когда я совершал
Баджана Гирираджа Гавардхани я обрел даршан Рада Кришны во время Расалилы. И когда и она, Шримати Радхарани, даровала мне вину и сказала, чтобы я постоянно играл на вине и прославлял прекрасные одеяния Радхи Кришны. И как имеется три свара, имеется три вида свар. В одной из Пуран упоминается об этом. Три вида сварга упоминается. Удат и далее. Удат, абат и также семья. Сарагама. Это то, что... Это как гаммы, это как ноты, да, можно сказать. Имеется... Когда Шримати Радхарани даровала мне вину, когда я начал играть на ней, я достигал очень высоких нот, особенности в этом боджане, когда я брал вину в свои руки, я прославлял Такурджи даровал мне даршана в этот момент. И я с виной начал путешествовать повсюду. Любое желание, это желание постоянно в моем сердце. И я воспевал святые имена Радхи и Кришны, играя на вине. И в этот момент эстетическое состояние счастья пробуждалось в моем сердце. И я, переполняясь этим счастьем, далее продолжал воспевать. Таким образом, Нарада Риши рассказывает Шри Вьясадеву, что произошло с ним, когда он прославлял Господа. И ты хорошо очень описал дхарму, каму, артха, мокшу. Ты очень хорошо описал, но ты не описал прекрасные игры Кришны. И также, как мы должны под руководством Хари Гуру и Вайшнавов заниматься баджаном, мы обретаем это учение из истории, которую поведал Шри Нарада Риши, обращаясь к Вьясадеву. Поэтому, если вы желаете обрести даршан Господа, вы должны принять приют лотосный стоп Гуру и Вайшнавов и совершать служение, следуя их наставлениям. Шри Вьясадев что совершил далее? Он начал медитировать и вошел в самадхи. И он увидел даршан Господа. Он также принял даршан Пурна Пуруша. Что означает Пурна Пуруш? Не только Кришна, вместе с Шримати Радхарани. Он увидел, и также он увидел еще, он увидел Аштасаки, как они украшают Радху Кришны, которая находится в Амшивате под деревом, баньяновым деревом, и как Саки украшает божественную читу. И также он увидел всех Браджапаси, он увидел родителей Радхи и Кришны. И если кто-то скажет, если... Как, например, если кто-то спросит, ты видел Чандру? Чандру имеется в виду Луну. Он скажет, да, но вы только не только даршан Луны увидели, вы можете увидеть также все звезды, которые окружают Луну на ночном небе. Тоже так же. И здесь сравнивается Луна, это Радха и Кришна, но они также окружены Пурнам. Оказывается, это то, что они были также окружены не только своими вечными спутниками. И с помощью бхакти можно обрести Пурна Пуруша, этот божественный даршан. И тогда Майя совершенно образом, в большом смущении, она будет находиться позади Господа. Почему Майя будет испытывать большое смущение? Чем она будет заниматься? Она дарует грубое тело Дживи и отправляет ее в материальный мир и дарует страдания Дживи. Почему же в этот момент Майя не испытывает смущения? Но почему же она испытывает смущение? Как Шри Нарада Риши, как Шри Вьясадев, он объясняет, каким образом Джива попадает в материальный мир, и Майя, в плен, в которой они находятся, она бьет Дживу. Таким образом она наказывает ум и чувства, материальные чувства Дживы для того, чтобы она испытывала страдания. И даже если не так много...
И джива, она постоянно находится в неудовлетворенном состоянии, потому что она привязана к материальному существованию. И поэтому она несчастна. Поэтому, потому что она забыла о Господе, о своих личных отношениях с ней, и находясь в забвении, она страдает в этом мире. В этот материальный мир, в котором все испытывают тревоги, страдания и несчастье, подобен горящему лесу. Майя дарует это несчастье дживе, но джива, несмотря на это, она все равно остается привязана. И чем больше она испытывает несчастье, чем больше Майя испытывает ее, а тем больше она привязывается к этому материальному творению. Каким же образом она может быть освобождена? И что она должна делать? Шинара Дариша дает учение. Какой же урок она должна извлечь из всего того, о чем мы сегодня слышали из истории Шинара Дариши, которому пойдет Шива Садева, по милости которого он смог написать Шримад Бхагаватам, это священное писание. Как... На самом деле не так просто оставить эти оковы Майи и также избавиться от всех побуждений этого грубого тела и также от всех болезней сердца, таких как вожделение, злость, то есть гнев, жадность и так далее. Если вы хотите что-то негативное убрать, вы должны что-то позитивное иметь. Поэтому если вы будете заниматься Кришна-бхакти, приходите каждый день утром на Мангаларати, интенсивно участвуйте в киртане, слушайте харикатху. Вы пришли сюда. Вы сюда пришли, у вас еще так много времени впереди. Я уже, и также я, который провел большую часть своей жизни, находясь в храме, у меня также имеется это желание. Поэтому со стороны своего пережитого опыта я хочу сказать вам, не теряйте время зря, находясь в том положении, в котором вы находитесь, совершайте намасанкиртан, имейте общение с вайшнавами, слушайте харикатху, воспевайте святое имя, и тогда вы обретете истинное счастье. И тогда, по милости Шринара Дариши, Шивьясадев смог описать и проявить в этом мире Шримад Бхагаватам, чтобы дживы этого материального мира испытывали истинное счастье. Интересно, значит, мы очень хорошо говорим, что мы 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 говорим,